Лаура? Я только что разорвала записку Ягу. И это лишь начало. Я сегодня встречаюсь с Мореной. Я не думаю, что Морена придет. Брось их. Ты что? Поосторожней, как это брось? Я тебе покажу. Ты отойди и учись. Смотри, отойди. Я работаю. Смотри, смотри. Помогите больному, пожалуйста. Я нуждаюсь в операции, но надо ехать за границу. Спасибо. Всего вам хорошего. Спрячь. Начало неплохое. Да что с тобой? Знаешь, это место не для тебя. Здесь для таких работы нет. Нет работы? Для тебя нет. Вчера ты не говорил, что это место не для меня, когда я раскидал тех типов. Что бы ты без меня делал? Но я и без тебя как-то жил. Я тоже смогу, как ты. У тебя не получится. Ты что? Мой мотоцикл. За ним. Нельзя, я переодеваюсь. Лусио? Ты спятил. С каких это пор ты стала меня стесняться? Уйди, пожалуйста, Альдо, немедленно. Даже не собираюсь. Славно мы провели вчера время на кухне. Очень славно. Замолчи. Правда, было здорово? А знаешь, чего я хочу сейчас? Заняться с тобой любовью в постели моего брата. Ты больной. Это ты больная и делаешь больным меня. Это так. Это так, Кассандра. Я не Кассандра. Здесь я Мелина, запомни это. Со мной ты Кассандра. Для меня ты Кассандра. Ты моя гейша. Будь моей гейшей в логове моего брата. Мелина, это я. Открой. Выпьем пивка, ребята, и поговорим по душам. Давайте, ребята, давайте. Для начала, по баночке. А ты думал, мне это так просто удалось? Только не вздумай лезть в драку. Их слишком много. Что ты задумал? Что ты задумал? Оставайся здесь. Смотрите, кто к нам пришел. Слепенький. Дайте ему монетку. Хочешь монетку? Дай-ка примерить. А теперь я. Они у парня справа, теперь слева. Вот, вот у кого они. А хочешь пивка? Нет. Выпей с нами. Знаешь, что это такое? Это мотоцикл. Но тебе на нем никогда не прокатиться. А может быть, поедешь? Да. Помогите-ка ему, ребята. Вот так. Давай, давай. Сейчас он рванет. Нажимай на педаль. Не робей. Давай, давай. Прокатись, прокатись. Да он даже на педаль нажать не может. Стой! Куда ты?
Отличный мотоцикл. Мелина, любимая. Мелина. Мелина, Луиса. Да, сеньор. Сеньорита Мелина дома? Да, я ее видела. Она должна быть в комнате. Ключ в скважине. Стучите громче. Мелина, дорогая. Она точно там. Привет, что случилось? Ты принимала душ. Закрылись в чужой спальне и решили душ принять. Луиса, можешь идти? Да. Спасибо. Любовь моя. Войдем. Что случилось? Зачем ты закрылась на ключ? Я решила принять душ, но в этом доме я все еще чувствую себя неловко. Жизнь моя, как мне тебе еще объяснить? Это твой дом. Все, что у меня есть, твое. Твое, твое. Я право не знаю, ведь мы еще не женаты. Это всего лишь условность, любовь моя. Ты женщина всей моей жизни. Я люблю тебя. А разве тебе не нужно в душ? Нет, не нужно. Нет, любимый, ты пойдешь и примешь душ. Горячий душ. Нет, нет, нет. Нет. Да. Да, а я потру тебе спинку. Как тебе нравится? Да, мне это нравится. Да? Подожди меня. Ты меня подождешь, любимый? Я буду ждать. Уже иду, дорогой. Только, пожалуйста, не задерживайся. Я жду. Да. Сеньор? Что ты уставилась? Что уставилась? Займись уборкой. О чем ты задумался? Я думал о моем парне. Он найдется, не волнуйся. Сможет ли он выжить в этих каменных джунглях? Пенсионеры выживают, а парень не выживет. Где он спит? Под кустом? Он, наверное, мерзнет. Не надо было рассказывать ему правду. Что я тогда язык не прикусил? Я сейчас исправлю тебе настроение. Хочешь хорошую новость? Я тут встретил хозяина заведения, где я бываю, и сказал ему, что ты здесь, в Буэнос-Айресе, и что он просто не может обойтись без твоего голоса. Я сюда не петь приехал. Постой, постой. А откуда ты деньги возьмешь? Из воздуха? Это еще никому не удавалось. К тому же ты не можешь лишить молодое поколение удовольствия тебя послушать. Да ты и сам хочешь петь. Ну, признавайся, ведь хочешь, да? Если честно, то да. Ты настоящий друг. Да ладно тебе. Привет. Привет. А это что? Мотоцикл. Здорово, впечатляет. Надеюсь, ты его не украл, чтобы произвести впечатление. Он моего отца. Я приехал на нем из Мисьонес. Из Мисьонес? 1300 километров. Он просто пролетел. Тебе нравится? Да, да. Хочешь покататься? Что, боишься? Боюсь? А почему я должна бояться? Не знаю, у тебя такое лицо. Нет, я не боюсь. Тогда садись. А пожалуйста? Садись, пожалуйста. Спасибо. Сюда? Держись. Крепче. Готово? Да.